Вот, Виктория Грюхова. И сразу скомандовал готовить посуду, потому что сегодня мы будем делать настоящий таежный ликер. Почему настоящий? А потому что будет сделан на брусничном соке, который брусника дала под собственным весом. Без сока выжималок, да, без всяких. Натуральный, природный, брусничный сок. Так. Литр сиропа. Не будем разводить. Это твои проблемы. Так. И литр сахара. Сейчас воды скипячу. Литр сиропа, литр сахарного сиропа и литр спирта, да? Да, литр спирта. И попробуем, что получится. Если что, значит, добавим. Спирт, который с Якутска нам прислали, будем делать? Нет. Там я не знаю, что это. А, ты не мерил, что градусов? Мерил, да. Дядь Толи, подписчик, прислал. Литр. Ну, литр самодельного спирта. Это из Якутии пришел в подарок для дяди Толи. Вот, ну, дядя Толя еще не дегустировал. А что это там плавает? Лед там плавает. А, лед? Конечно. Ну, этого сиропа хватит нам. Сейчас мы шнапс свой сделаем. Не чита магазинскому. Да. Я бы не советовал в магазине покупать водку, а делать со спирта свое, типа такого ликера. Да, спирт. Во-первых, приятно выпить, не противное. И никогда не ешь, нету шансов отравиться. Да, и утром не болеешь. Да. Ну, конечно. Паленая водка попадает, но люди травятся. Ее же не видать, какая она, кто ее сделал. Приляпят такую же этикетку. И все. Угу. А тут все натуральное. Вот. Натуральный сок, который сам выбежал из ягод. Не раздавленный. Цвет красивый. Сейчас ликер будет красивый, бутылка. Ага. Красный. Так, ну что? Так, спирт, у меня спирт, спирт где? Спирт. Наверное, в доме под этим. Так. Выливаем литр. Соку. Ой, цвет красивый какой, а. Ладно, там на донышке осталось. Не надо выливать. А, ну это... Так, в кружку я вылей. Да сейчас, подожди. Спирту. Держи. Пусть постоит.
И что, вкусный? Сейчас добавим сироп. Как сироп сделать или карамель? Мы уже показывали здесь, Толей. Сахар. Да, как приготовить из сахара. Можете посмотреть, у нас видео есть. Уже ликер. Ты что ты? Гранатовый ликер мы делали тогда. Идет подготовка сахара. Сахар должен быть без комочков. А что нам понадобится, Диктор? Сейчас, подожди. Все. Значит, для приготовления ликера нужно вот такая кастрюля. 18 сантиметров высотой. Меньше нельзя. Так. Ложка. Стальная нержавейки, которую я приварил, вот эту вот, чтобы она была длинная. Удлиненная ложка. Удлиненная. Это у меня ложка для... Даже вот кусочек еще этого остался. Ликера. Нет, сахара. Сахара. Так. Берем вот такую кружечку. Вот. 200 грамм. Да, 200 грамм. Насыпаем сахар. Еще один. Вот. 4 кружечки. Комок. Главное, чтобы не было комочков. А то все растворится, а комочек будет долго еще растворяться. Так, где плитка? Включай плитку. Включай. Ну все. Включил? Нет, еще. Включил. На полную. Да, на полную. На четверку. На шестерку. А здесь 4 всего. 4. Да. Ну вот, процесс пошел. Ты проверяем, чтобы сахар ни в коем случае не подгорел. Иначе ликер будет черным. И заранее нужно налить полный чайник воды. Полный чайник воды. Полный чайник. Полный. Включать его нет? Рано? Нет. Будем включать. Я скажу когда. Надо лить кипяток сюда, а не горячую воду. Угу. Вот. И постепенно проверять. Ну уже пахнет сахаром. Вот, проверять. Вот так. Не подгорает сахар? Нормально. И уже нельзя отходить от кастрюли. Сейчас она накалится. Уже запахло. Пахнет уже, да. Сахар уже стал. Постепенно жарится, и образовываются комочки. С этой стороны рукавичка должна быть, с этой кастрюлей горячая. Нужно постепенно, это все время вот так ложкой толочь комочки. Или вот так их вот об борт растирать. Об борт. Вот. Вот так. Вот. Комочки об борт. Нужно тереть. Теперь нужно включать чайник. Включай. Включил. Включил. Пока сахар полностью растворится, должен закипеть чайник. Тут заранее дядя Толя приготовил рукавичку длинную, очень плотную. Так, мешать нужно до тех пор, пока ложкой не будете очищать комочки. Пока не пропадут комочки. Чтоб пока, вот, вот сейчас пока еще слышно, что комочки не растворились. Вот, а вот так вот ложкой крутишь, слыхаешь, что еще комочки здесь. Вот, сахар уже растворился. Сейчас будем смотреть, как у нас тут пузырьки начинаются, такие беленькие,
пузырьки. О, видишь? Да. Вот, начинаются пузырьки. Ага. Значит, это уже готово. О, все, комочка нет. И начинается пена образовываться. Ага. Ну ничего. Не шибко сильно закипел. Не желает. Ну потихоньку. Приготовили табуретку с досточкой на ней. Сейчас будем на нее ставить кастрюлю. Ага. Сахар расплавился, готов. Он желтые полосочки получается. Это уже дальше греть нельзя. Будет черный икер. Так, снимаем с плитки. Сахар готов у нас? Сахар готов. Сейчас будет атас. Берем чайник. Потихоньку лить. Ты показываешь, что там делается. Папа. О, зелье какое готовится. О, как вулкан работает. Ага. Больше нельзя лить. Вылез из кастрюли. Потихоньку лить надо. Потихоньку надо лить. А уже если полезло, значит, вот так нужно мешать. О, быстро. О, сразу садится. О. Ничего, нормально. Вот. Он сейчас работает как? О. Угу. Видел? Процессы идут какие-то. Это вода. Там в пар превращается. Ну вот сейчас. Сейчас, раз он уже не поднимается, можно и больше глянуть воды. Больше. Вот старайтесь хорошо со дна убирать оседающий расплавленный сахар. Ой, протает сейчас. До земли. О, надо помешивать, чтобы быстрее остыл. Периодически меняя. О. Остыло? Да. Моментом, да, в снегу? Конечно. Сейчас пробку ему открыть. А бутылку нагрели, потому что, чтобы лед растаял. И... ножом поддень. Щетка. Да, у дяди Толи руки, как гаечный ключ. Так, сок без сахара, надо сиропа побольше. А вот он как раз. О. О. Как раз. Здесь одно из главных положений – это правильно приготовить сахарный сироп. Да, самое такое. Ну что, льем. Thank you.
Угу. Надо постоять маленько, созреть. Так, это будет крепость? Ну, больше 30-32 градуса. 30 с чем-то будет? Ну да. Ну сейчас мы попробуем. Если по стопочке выпьем, если мало будет, покрепче добавим спирту. Угу. Это кому как. Женщинам послабже, мужикам покрепче. Все это регулируется спиртом. Индивидуально. Сейчас стакан спирта еще. Хай сюда. И будет 40-45 градусов. И в повалку, да? Не, главное, что приятно выпить. Да, можно не закусывать. Можно не закусывать. Обрезался и все. Вкусный. Да, на брусничном соке это, наверное, самый лучший вариант. Нормально. Не надо ничего делать. Так. Должно получиться 3 литра. Вот. Еще играй. Кастрюля. Ну-ка, Детоль, на солнышко поверни. Я сниму, как на солнышке выглядит. Угу. Нет, это из бутылки. Ага. Сейчас мы вот сюда нальем, отсюда будем. Угу. Держи руночку. А то будет. Давай я подержу, может? Ну ты что тут такое? Бумажка откуда ты взялась? Давай подержу. Ты в стеклянную нальешь. Свет какой здесь. Можно в стеклянную налить, здесь пустая. Ну у тебя ж там спотовая. А там есть это. Там налит ликер. Там ликер. О, крас. Это мы будем пить это. Закусывать не надо. Шибко вкусный. Вкусный ликер вообще. Просто божественный вкус. Да, с брусники, наверное, самый вкусный ликер получается. Да. Вот выпил. Облизнулся. Облизался еще ничего. Ничего не надо закусывать. А, томешка.
Ну как? Удался? Нормально. Ну я что-то и не сомневаюсь. С твоим-то опытом Италу готовить нужно только профессионально. Вот на этом, наверное, можно и закончить. Да.